Во все времена молодежь была генератором новых свежих идей, новых взглядов на старые истины. Поэтому День молодежи – близкий сердцу праздник для каждого. Как этот день прошел в нашем городе, расскажут мои коллеги. 25 июня в Славянском районе прошли мероприятия, посвященные празднованию Дня молодежи. Жителей и гостей города ждала увлекательная программа, где каждый смог найти развлечения для себя. Весело, активно и очень по-спортивному начался праздник. В День молодежи в Славянске на Кубани проводится много мероприятий. Вот сейчас мы начали праздник «Это твой спортивный день». Так называемый фестиваль, в рамках которого пройдут некоторые виды, игровые виды спорта. Делегации из поселений, учебных заведений и школ города Славянска на Кубани и Славянского района примут участие в этих соревнованиях. В этот день команды из общеобразовательных учреждений города отправились в бассейн «Дельфин», где сдали нормы ГТО по плаванию. Тем временем в Северном парке проходили серьезные спортивные баталии по пляжному волейболу и стритболу. Зрелищные выступления воркаутеров, которые вызвали бурные аплодисменты зрителей. Настоящий командный дух и неподдельный спортивный азарт продемонстрировали юноши и девушки в соревнованиях по перетягиванию каната. Одним словом, молодежь нашего района выбирает спорт. Они за здоровый образ жизни. Молодежь всегда должна быть следить за центром, быть в центре событий, следить за всем, что актуально, модно, здоровый образ жизни, он всегда будет моден. Я веду спортивный образ жизни, я поддерживаю спорт, как сказать. Я считаю, любой мужчина должен принять, вот я выступаю в ГТО, любой мужчина должен принять в этом участие. Основная развлекательная и творческая программа прошла вечером на Театральной площади. В рамках Дня молодежи состоялся зональный этап краевого караоке-конкурса «Золотой голос», который собрал самых лучших любителей караоке из 10 районов края. Участники исполнили по 2 песни на суд жюри. На первом месте оказалась Мария Кузякина из города Краснодара. Также в этот день прошла молодежная квест-игра «Вокруг ДК за 60 минут». Поздравить молодежь с их, можно сказать, профессиональным праздником на Театральную площадь пришел глава Славянского района Роман Синеговский. Сегодня площадь красива, как никогда, потому что она наполнена молодыми людьми. Теми людьми, которые сегодня у нас активные, креативные, оптимистично настроенные, готовы получать знания для того, чтобы процветал наш город, процветал Славянский район. Я от всей души желаю вам исполнение всех ваших желаний, успехов в труде, в учебе, в творчестве. Всего-всего самого доброго. Затем на главной площади города начался концерт лучших коллективов района. А чуть позже перед молодежью выступила краснодарская кавер-группа «Ла-музыка». Зажигательные танцы, песни, шутки. В течение нескольких часов на Театральной площади царила атмосфера беззаботной молодости и задора. Безусловно, этот праздник несет веселье и радость. На сегодняшний вечер я ожидаю кучу эмоций, кучу положительных ощущений и всего остального. Этот праздник очень... Значит, для меня очень много, потому что как бы сам молодой. А почему я пришел, нам в школе сказали, я решил сходить, потому что веселье, День молодежи. День молодежи – это, на мой взгляд, замечательный праздник, потому что он позволяет молодежи всего города собраться все вместе и отпраздновать это. По-моему, замечательный повод. К тому же всегда устраиваются какие-то различные конкурсы, концерты, что тоже большой плюс. Вот. И я лично веду здоровый образ жизни, конечно же, и надеюсь от сегодняшнего вечера получить только хорошие позитивные эмоции. В завершении развлекательной программы для всех гостей праздника прошла молодежная дискотека. Тина Копачевская, Надежда Неткачева, Георгий Калинин, Александр Косицын. Программа «События».